Здравствуйте, в эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Реализуй свои мечты, а не чужие. Именно под таким девизом в городе провели семинар для действующих и начинающих бизнесменов. Подробнее узнавал мой коллега Константин Меркушев. Молодежь – особая часть общества, которая находится на стадии становления как социальной, так и возрастной. В плане трудоустройства молодежь также проходит стадию определенного становления. Тем важнее работа по вовлечению этой группы в предпринимательство. Молодому человеку, разработавшему реальный проект, не надо идти к работодателю. Он не только трудоустраивает себя, но и создает рабочие места для других. Малый бизнес может стать хорошим полем для самореализации молодежи. Так, 23 ноября в здании АРТ состоялся тренинг-семинар «Ты предприниматель». В конференц-зале собрались студенты учебных заведений и уже состоявшиеся бизнесмены. Данная программа действует уже несколько лет. На сегодняшний день в Республике Башкортостан реализуется федеральная программа «Ты предприниматель». Оператором программы является Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Цель программы – содействие молодежи, начинающим предпринимателям до 30 лет в развитии их бизнеса, а также в реализации их идей. Мы сегодня приехали в город Кумертау, чтобы работать по направлению программы «Ты предприниматель» наставничества. Мы сегодня приехали с двумя предпринимателями нашего города, которые ответят на вопросы в области менеджмента и продвижения в интернете и в соцсетях, интернет-маркетинг. Думаю, что тема достаточно интересная, и наши опытные действующие предприниматели могут ответить на вопросы нашей молодежи, предпринимателей, и смогут в дальнейшем быть их наставниками. Как мы сами убедились, программа очень обширная. Она включает в себя очень много направлений, в том числе тренинги, работа с аудиторией, персональная работа с начинающими и действующими предпринимателями до 30 лет. Любой желающий может работать с наставником, если он запишется в клуб. Мы работаем практически во многих городах нашей республики, в том числе и в городе Уфе. Мероприятия все в рамках программы «Ты предприниматель», они бесплатные. Подробнее о программе можно узнать на портале АИС «Молодежь». Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Существует мнение, что страхование имущества – один из наиболее эффективных способов возместить понесенный ущерб в случае каких-либо происшествий. Почему стоит задуматься о страховании, как минимум, своего жилья, расскажет наш корреспондент. Этим летом по городскому округу прошел серьезный ураган. Кровли нескольких домов были серьезно повреждены, в том числе и в частном секторе. Особенно серьезно пострадали дома в селе Ира. Разумеется, люди обратились за помощью в администрацию. В бюджете города на эти цели у нас заложено только 100 тысяч. И то само положение говорит о том, что мы можем использовать их только в том случае, если по городскому округу мы объявим чрезвычайную ситуацию. Но есть очень много моментов и норм, для того, что нужно для того, чтобы эту чрезвычайную ситуацию в городе объявить. За счет привлечения внебюджетных средств частичная помощь в восстановлении жилья была оказана. Но этот случай показал, что полноценное и быстрое решение подобных проблем невозможно силами одного лишь государства. Чуть больше месяца назад администрации было получено письмо от Министерства чрезвычайных ситуаций с указанием проинформировать население о вариантах страхования жилых помещений домов. При несчастных случаях, пожарах, заливах и взрывах, а также стихийных бедствиях, собственники квартир не сумеют найти достаточно средств для быстрого решения проблемы. За счет страховых выплат можно добиться снижения расходов и компенсации ущерба. Всем нам кажется, что мы отойдем от нас это обойдет. Я вот после Ировки застраховал свое жилище. Вот государство в конкретном случае будет смотреть, стоит ли частично возмещать или не стоит. А уже страховая компания при любом нанесении ущерба, в зависимости от того, как он наносит, как он был нанесен, она возместит. Исходя из инструкций данных службы МЧС, в администрации было собрано совещание, на которое пригласили страховые компании. У одной из них появилось желание работать в нашем городе. Будут заключать договор с жилкомсервисом при разноске квитанции, отдельной квитанции. Напоминаю, что отдельной квитанцией будет доставленная квитанция на выплату страховых взносов.
она будет производиться поэтапно, весь страховой взнос будет разбит на год, как уверяют страховщики, даже если после 2-3 платежей, то есть после 2-3 месяцев наступит страховой случай, он будет выплачен. Вместе с первой квитанцией на оплату будет предоставлен договор, который будет считаться заключенным при условии оплаты первого взноса. Администрации города проводится тщательный отбор всех страховых компаний, предлагающих свое сотрудничество с населением, дабы исключить мошеннические организации и тех, кто недобросовестно исполняет свои обязанности. Если несколько страховых компаний предложат свои услуги и пройдут отбор, тогда, соответственно, жителям доставят 2 или 3 раздельные квитанции. Поэтому каждый сможет решить, с какой страховой компанией заключать договор и на каких условиях. До Нового года планируется ознакомить население со страховыми компаниями и их услугами. Будут проведены мероприятия, на которых жители смогут пообщаться с представителями организации, задать им свои вопросы, узнать подробнее о том, в каких случаях предоставляют страховые выплаты. 2016 год подходит к своему концу, а средства на финансовую поддержку малого и среднего бизнеса еще остались. На этой неделе в администрации городского округа состоялось итоговое заседание по конкурсу, проходившему с 20 октября по 5 ноября. Кто из бизнесменов в итоге получил финансовую поддержку, узнавал мой коллега Константин Меркушев. На данном заседании было представлено 4 вида поддержки – стартап, лизинг, приобретение оборудования и социальное предпринимательство. Всего в этом конкурсе было подано более 120 пакетов документов на сумму более 100 миллионов рублей. Из них прошли конкурсный отбор 26 предпринимателей. Среди них и были распределены оставшиеся средства из федерального, республиканского и муниципального бюджета. Стоит отметить высокую заинтересованность бизнесменов в конце года. Наконец, сарафанное радио сработало, и просто люди наконец-то узнали о том, что идет массовая финансовая поддержка, и, соответственно, начали активизироваться. Наибольшую сумму среди всех предпринимателей получил завод «Стройиндустрия». Это около 15 миллионов рублей. Потрачено на приобретение оборудования. Естественно, завод в этом году полностью обновляется. Они закупили очень большое количество оборудования на сумму более чем 30 миллионов рублей. Соответственно, половину мы им возместили. Это было крайнее заседание. Деньги из бюджетов освоены полностью, около 98 миллионов рублей. В городе появятся новые рабочие места, что, безусловно, положительно скажется на экономику нашего города. На данный момент мы оказали поддержку в полном объеме, то есть денежные средства у нас закончились, мы все освоили. И всего из федерального бюджета, из республиканского бюджета, из муниципального бюджета у нас получили поддержку 109 человек на сумму, повторюсь, там 98 миллионов, и создадут они около 230 новых рабочих мест. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В четверг в ДК «Рассвет» состоялись праздник родословной и концерт, посвященный Дню матери. Не случайно эти два события были объединены. Ведь для матери, хранительницы домашнего очага, именно семья должна быть главной ценностью. В этом году на празднике родословной приняли участие 4 семьи. Это Дашкины, Габясовы, Байдугановы, Маликовы. По словам организаторов, из года в год жители города активнее изучают свои корни. Причем это представители разных национальностей. О своей семье, родственниках и далеких предках участники этого года готовы были рассказать зрителям. Их выступление оценивало строгое жюри. Прежде всего, будем обращать внимание на глубину корней, на количество родов в этой семье, на отношение к своим, бережное отношение к своим реликвиям, преемственность поколений. И, естественно, будем оценивать творческое отношение к сегодняшнему конкурсу. В зале Дома культуры «Рассвет» собрались люди, которые чтят семейные традиции, бережно хранят историю своего рода и продолжают изучение своей родословной. Много интересного об истории рода, о знаменитых предках и родственниках рассказал представитель семьи Дашкиных Фанус Хадиевич. На праздник они пришли в большом составе. Супруга, дети, внуки, близкие родственники не остались в стороне. Мы знаем свои, значит, родословные до 28-го колена. И, естественно, это знание родословного, я считаю, очень важно. Я поэтому стараюсь, значит, чтобы мои дети, внуки знали свою историю, знали историю своего рода и
естественно, и чтобы они помнили, что вот какими они были их предки, и они, чтобы с них взяли пример. Евгений – самый младший представитель семьи Байтугановых. Ему всего 4 года. Семью пришли поддержать воспитатели детского сада «Березка», который посещает малыш. Байтугановы подготовили выступление на сцене, видеопрезентацию. Выставку семьи украсили изделия ручной работы, традиционные блюда чувашской кухни. Особый национальный колорит празднику сумели придать солисты фольклорного коллектива. Как стали участниками, у нас сын ходит в сказку «Березка». Будь здоров. И вот попросили выступить, предоставить свое родословное. Ну, сразу согласились. О чем много узнали? Ну, много того, что большое у нас поколение. Поколений много, начиная с 1762 года. Много поколений. Много интересного об истории своего рода узнали Габиасовы. Ильмир и Елена подготовили богатый материал. Их исследования дополняют многочисленные семейные реликвии, предметы старины. Здесь и старинные посуды, медали деда, его письма, треугольники с фронта, фотографии. Рассказывает выставка и об увлечениях и занятиях семьи. Это пчеловодство, охота, сбор трав, рукоделие. Любит семья и готовить. В основном это традиционные блюда национальной кухни. Еще одна башкирская семья, которая принимала участие на празднике, Маликовы. Свое выступление они начали с музыкального номера. Одни занимаются творчеством, другие – рукоделием. Все семьи разные и уникальны по-своему. Но всех участников объединяло чувство гордости за своих предков, близких людей. Теперь интерес к изучению родословной они планируют передавать своим детям. На сцене были представлены семейные традиции и культуры чувашского, башкирского и татарского народов. Вместе они сумели сделать праздник ярким и незабываемым. Выступления участников сопровождались концертными номерами. Песни и танцевальные композиции были посвящены самому дорогому человеку. Веку, маме. И это не случайно, что семейный праздник объединен с празднованием Дня Матери. Ведь для мам, хранительницы домашнего очага, именно семья является главной ценностью. Поэтому всех присутствующих поздравила начальник управления культуры Татьяна Лихачева. Уважаемые участники, мы все с вами участниками, все являемся участниками этого прекрасного действа. Разрешите мне поздравить наших участников, значит, вот с таким прекрасным праздником и участием в нем. Я хочу сказать, что сегодня априори не может быть побежденных, потому что участие в этом конкурсе уже является победой для каждой семьи. А всех мам присутствующих разрешите мне поздравить вот с таким прекрасным праздником. Счастья, здоровья и семейного благополучия всем. С праздником! По итогам конкурса все участники стали победителями в различных номинациях. Центр детского творчества также не остался в стороне от Дня Матери. В его стенах была организована концертная программа под названием «За все тебя благодарю». Праздничные мероприятия в честь Дня Матери проводятся в Центре детского творчества ежегодно. Концерт одновременно является отчетным для воспитанников центра. Этот замечательный праздник подготовили педагоги и дети. Творческие номера, песни, танцы, различные выступления. Конечно же, все это будет радовать наших любимых мамочек. Почетные гости – это наши мамы. Мы их любим, мы их ждем и радуемся, когда все приходят к нам. Дети, занимающиеся в кружках, подготовили поздравления для мамы в виде творческих выступлений, поделок и подарков. На сцене ребята показали родителям все то, чему обучились. Станцевали, спели, рассказали стихотворение. И, конечно, не только дети, но и взрослые поздравили в этот день своих мам. Пускай все мамы улыбаются, в любви детей своих купаются. Здоровья им желаю, чтоб не старели, а все мечты их сбывались. Прежде всего, мама – это всегда тепло, уют, доброта. Это то место, где тебя поймут. Мамины руки – самые нежные на свете. Ну что еще сказать? Мама – это все для нас. Я бы хотела поздравить всех мам на земле вообще и, конечно, свою маму. Пожелать всем здоровья,
Ну и чтобы их дети всегда их радовали. Этот день у каждого ассоциируется с самыми светлыми чувствами и большой благодарностью к маме. На сцене дети старались по-настоящему удивить родителей своими талантами, а мамы поддерживали участников концерта дружными аплодисментами. Я благодарна своей маме за все, буквально за все. Я бы хотела поздравить не только свою маму, но и всех с этим замечательным праздником. Пожелать им счастья, добра, любви. Я очень благодарна за то, что она со мной так возится, любит меня, помогает мне во всех вопросах, может всегда ответить на мои... Ну, я не могу спросить, допустим, мама, как мне там поступить, а она мне подскажет, как все правильно сделать. Я ей очень благодарна за то, что она у меня такая добрая, красивая, нежная, любящая. В различных кружках Центры детского творчества занимаются более 2000 детей и подростков от 6 до 18 лет. Каждый из них находит что-то полезное и интересное для себя среди творческих объединений. Для каждой мамы это мероприятие стало очень важным, прежде всего, как отчетный концерт. Поэтому зрительный зал в этот день был переполнен. Большое спасибо руководителям, которые могут создать такую обстановку торжественную, радостную. И всех мамочек поздравляем с этим праздником. Еще в марте на сайте госзакупок городская мэрия разместила заказ на приобретение новогодней елки. Тогда было решено купить искусственную ель. А в данный момент на площади Советов ведется ее установка. Предприятие «Теплосети» не одно десятилетие устанавливает новогодние елки в городе. Каждый год глава администрации поручает именно им выполнение данной работы. В этом году мэрией была закуплена искусственная ель высотой 18 метров, состоящая из металлического каркаса конусовидной формы с нижним диаметром чуть меньше 7 метров. Она состоит из металлического каркаса, вы видите, центральный ствол у нее и наклонные направляющие. Потом в каждое вот отверстие кольца расположены, трубочки. В каждой трубочке там есть отверстие. Там будут вставляться уже искусственная хвоя. Веточки с искусственной хвоей. И она будет выглядеть, ну, вся зеленая, как в крупных городах, в Москве, в Санкт-Петербурге. В Уфе такие же елки устанавливаются. И очередь дошла до нашего города Кумертау. Я думаю, она будет замечательной. Точные сроки завершения установки елки пока неизвестны. Но, по словам директора теплосетей Александра Цветкова, планируется закончить работу в самое ближайшее время. Чтобы как можно раньше зеленая красавица начала радовать жителей своей красотой и дарить новогоднее настроение. Срок я сейчас не могу назвать конкретный, потому что все это зависит от погодных условий, в первую очередь. Ожидается усиление ветра. При сильном ветре это связано с техникой безопасности. В первую очередь работы мы проводить не будем, потому что и грузоподъемные механизмы свыше 12 метров, работа запрещена на высоте. Несмотря на немалую высоту, а это, напомним, целых 18 метров, конструкция еле соответствует всем правилам безопасности. Ель рассчитана на уличную установку. Вы же видите, вот внизу установлены блоки ФБС. Это общий вес порядка 8 тонн, и она рассчитана на уличную установку, на безопасную эксплуатацию. Кроме всего прочего, для дополнительной безопасности будут установлены 4 растяжки вокруг елки. Разумеется, по новогодней традиции на последнем этапе ель будет украшена гирляндами и другой праздничной атрибутикой. Работа ответственная. Нам самим интересно разобраться в этой ситуации. Гульнас Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». В завершении выпуска спортивная новость. В городе прошли масштабные соревнования по плаванию. Центр детского творчества во второй раз собрал под своими сводами юных и талантливых пловцов. Участвовали не только городские спортсмены, поскольку первенство было объявлено открытым. Болел за наших в том числе корреспондент Константин Меркушев. «24 ноября в бассейне Центра детского творчества состоялось открытое первенство городского округа города Кумертау по плаванию. Уже во второй раз город принимает соревнования подобного уровня. И на этом останавливаться организаторы не думают. Эти соревнования проводятся с целью популяризации дальнейшего развития спортивного плавания в нашем городе, привлечения большего количества детей.
Но это возможность юным спортсменам показать себя на таких соревнованиях, уже более-менее масштабных. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов. Помимо пловцов нашего города, в гости приехали спортсмены из Мелиуза, Салавата, Стерлитамака, Зергана и Тавакана. Тренеры соседних городов отметили, что соревнования проходят на высоком уровне. В связи с этим и такое большое количество участников. Только команда из города Салават привезла 69 пловцов. Соревнования по своим масштабам очень крупные. Как нам сказали организаторы, участвует более 180 человек. Ожидаем, конечно, улучшения результатов, выполнения разрядов своими учащимися. Ну и, конечно, призовые места. Из Салавата приехало две команды. Мы, как всегда, соперничаем на голубых дорожках, но это нормально. Эти соревнования проходят уже второй год подряд. Нам нравится, мы собираемся на эти соревнования с удовольствием. Дети готовятся к этим соревнованиям. Ну и, конечно, радуются, что выезжает в другой город для участия в соревновании. Теперь непосредственно к соревнованиям. Программа открытого первенства была разделена на две части. Сначала состоялись индивидуальные заплывы. Это мальчики 2005 года рождения и младше, девочки 2007 года рождения и младше. 100 метров комплексного плавания. А также мальчики 2003-2004 года рождения и девочки 2005-2006 года рождения. 200 метров комплексное плавание. Во всех видах борьба была разной, но с уверенностью можно сказать поистине спортивной. В некоторых заплывах все решалось на последних сантиметрах дистанции. Так Айдар Алаяров, представляющий город Салават, на финише едва не упустил победу в своем заплыве. По словам спортсмена, не получился один из стилей плавания. Дельфин не получился. А почему? Ну, я его больше всего не люблю. Во второй части состоялись эстафеты 4 по 25 метров и 4 по 50 метров, комбинированная смешанная. На дорожку вышли лучшие представители городов. В связи с этим и борьба за победу была боевой. Здесь команда города Кумертау завоевала третье место в составе Елизаветы Сидоровой, Эвелины Агишевой, Кирилла Соловьева и Тимура Яйкарова. Итогом соревнований состоялась церемония награждения. Призерам открытого первенства были вручены дипломы, медали и кубки. В общей сложности пловцы нашего города завоевали 3 награды. Помимо бронзовой эстафеты, Елизавета Сидорова на дистанции 200 метров заняла первое место, а Эвелина Агишева – второе. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.